5, особенно это технологии и ритейл, то есть сочетание этих двух вещей. А в X5 такая, ну, классическая там нам, да, простая вещь, как поход в магазин, в X5 становится передовой, ну, то есть применяются передовые технологии. И я занимаюсь тем, что анализирую, провожу кросс-форматную аналитику того, как наш один покупатель вот, путешествует по всей нашей экосистеме. И это действительно важно, потому что так мы понимаем, почему он вообще у нас посещает несколько форматов, почему один, зачем ему это. В моей команде, в моей текущей команде, мне нравится то, как мы работаем вместе и приходим друг к другу на помощь. Ну и еще ребята все с высокой квалификацией. Это, конечно, тоже мне очень нравится в моей команде. А что нравится в руководителе, это оказываемое доверие. То есть тебе дают задачу, ты можешь сказать, давай-ка мы подкорректируем постановку, подумаем, что мы хотим получить в результате. То есть мы решим это вместе. А я уже подумаю, накидаю гипотезы, идеи, как подходы, да, как решить эту задачу. И у меня никто меня не ограничивает в том, как я это буду делать. Но первое, что порекомендую, это если ты пришел на работу, не останавливайся на своем обучении. Если ты попал на начальную позицию, наверное, у тебя будут сперва там курсы какие-то дополнительные базового уровня. Да? Чем ты идешь дальше, ты и уже начинаешь увеличивать сложность проходимых курсов. Потом, если тебе дали какую-то конкретную задачу, не зацикливайся на ней. Ну, не знаю, к примеру, тебе сказали, посмотри на один регион продаж в X5. Ты, ну, понятное дело, нужно в первую очередь сделать это, а потом для себя можно посмотреть вообще на весь X5 в целом, посмотреть отдельно на все регионы. И вот так постепенно у тебя будет больше понимания о бизнесе X5. И это тоже будет способствовать тому, что ты сможешь предлагать идеи, которые уже будут действительно глобальные, и они будут помогать продвигаться тебе.